Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, ваш любимый автоблогер. Знаете, сегодня у нас речь пойдет о этих не таких вещицах из Алиэкспресса. Посмотрите, вот какую забавную штуку я вот такую вот приобрел. Очень много в интернете про нее тоже сказано, написано. Многие устанавливают. Я так же, как и все, дня три думал, как ее приустановить сюда. Для этого действительно понадобится очень много ума, потому что вещь такая довольно-таки непростая. Это подлокотник на подлокотник. Это налокотник на локотник. Сейчас я вам покажу, что это такое. Вещь сделана из китайца. Вот. Видим, сейчас здесь тонкая китайская кожа. Вот тонюсенькая такая. Видите, да? Вот. И, собственно говоря, очень много роликов, да, в интернете, как ее крепить. Вот, это же непонятно, но я думаю, часа за два мы все-таки с вами сможем установить вот эту штуку на этот подлокотник. Вот уже у нас готовый подлокотник, купленный. Вот. И, собственно говоря, судя по всему, здесь проделана такая работа. Нужно, как сказать, подумать головой, и все-таки вот нашлось решение. Да, ролики снимают, по 3 часа надевают люди, вот видите, а я всего за 5 минут одел эту хрень. Вот, видите, как, да, вот вошла, как влитая, да, или почти как влитая, вот такое вот китайское дерьмо, такое оно мягкое, такое, знаете, как это вот, говно так облокачивается, вот оно такое мягкое, нормально. Вот, вот так вот облагораживают машины с помощью Алиэкспресса. Вот, что делать-то, что вот. Как-то так вот, ребята, давайте подписывайтесь на наш канал, на студии Парагист. Там какие-то видеопоздравления идут. Там посмотрите, описание есть, ссылочка внизу, вот там внизу, вот, видите ее? Ссылочка внизу. Вот видите ее? Вы ее видите? Я ее не вижу. Как-то так, друзья мои. Подписывайся!